Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Ликс. Сегодня мы поиграем в игру под названием Buckshot Roulette. Старт. Так, я нажал на старт. Тут написано Afraid. Я не знаю, что это означает на данный момент. Так, мы находимся в каком-то клубе. Тут курящий какой-то. Человек какой-то курящий. А вот, мы, короче, сейчас с каким-то монстром будем дуэлиться. Enter name. Ну, я пишу свой ник. Давайте. Не, где тут не? А, блин, тут нельзя. Тогда вот так. Хайерликс. Юнейм. Давайте попробуем. Диллер. Вот интересно, что будет, если такое же имя, как у него, поставить себе? Я не знаю. Так, давайте-ка сперва в себя. Вот и все, я могу теперь в него 100% настрелять, потому что там боевой. Бах! Так, теперь он целится в себя. Я уже забыл там. А, 3 боевых, 2 пустых. Ну, не полных. Так, давайте в него. Нет, очень жаль, что это не сработало. Блин, он сейчас меня грохнет. Так, ну ладно, мы возродили. Careful now. Опа. Моя очередь. Ну, там уже 2 боевых, я это знаю. Вот я его грохнул. Этот раунд вот самое то. The Ликс wins. Второй раунд. Let's make a little more интересней. Это начинает уже маленько интересовать его. А точнее, он говорит то, что это для него это уже интересно стало. Ну, он по типу такого говорит. Один пустой, другой боевой. Вот он зарядил. Я хочу сейчас вот этот попить какой-то напиток. Мы пропускаем пустой патрон. Теперь я в него боевым могу стрельнуть. Там был боевой. Отлично. Супер. Если бы у меня сейчас нож был бы, это было бы клёво. Неважно, какие ты раунды проигрывал. Неважно, какие раунды ты проигрывал. Важно то, как ты выиграешь. Последний раунд. Опа, зарядил. А, у меня ножик есть. Давайте его завяжем сейчас. Давайте ножом воспользуемся. И в него. Да, отлично. Минус его 2 хп. Yes. Это просто круто. Так. Он не может выбраться. Я могу опять в него стрельнуть сейчас. Блин, это был пустой. Очень жалко, то, что это был пустой. Так, он пьет энергос какой-то. А, пропустил боевой патрон. Сейчас себя грохнет. А, нет. А, нет, там еще один боевой был. Сейчас кейсы нам выдали. Так. Наручник.
3 боевых, 2 не боевых. Я понял. Давайте его на всякий случай завяжем. Сейчас себя, если получится сшмальнуть. Вот я вот так и знал. Блин, я лучше бы в него стрельнул. Так, но он до сих пор выбраться не может, потому что он на привязке. Но мне не повезет, если сейчас у него не получится. Ну, блин, мне не повезло. Лучше бы я патрон пропустил. Так. Так, ломает лупу. Ему очень интересно. Блин, он нож взял. Ну все. Мне конец. Так, он меня привязывает. Бах. Careful, no. Так. Блин, а я выбраться не могу. Он сейчас пропускает. Yes, он боевой пропустил. Там нет ничего. Там нет ничего. Опа. У меня получилось. Так. Вот так. Сразу берем, берем. 3 боевых, 3 не боевых. Так. Вот что мне лупа вот не попадается. А давайте сейчас у меня идея. Так, боевой пропустили. Понял. Так, сейчас, подождите. Наверное, вот тут будет не боевой. Да, а теперь стреляем в него. Грохнули. Грохнули его. Ну, ребята, сейчас будет уже решающий раунд. Смертельный. Залик Свинс. Так. Опа. Эта штука сейчас будет говорить нам. Это наш финальный дуэль. Никаких дефибрилляторов, никаких возрождений. Только ты и я. На танцпольном только ты и я. Наедине на танцпольном этом. Мы в дуэли сейчас типа находимся. Только ты и я, мы можем. Мы будем дуэлиться. Кстати, эту игру очень много людей сейчас на данный момент играет. Популярная какая-то стала она. 4 предмета. Ну, мне какие-то плохие предметы были. Кстати, да, если вот дойдет до вот этих 2 хп, то дефибриллятор отрубят. Они не зря такими помеченными. Такие помечены. Давайте его привяжем сразу. Давайте выпьем вот эту вещь. Так. Ну, естественно, боевой. Блин, мне не повезло. Когда ты пропускаешь патрон, у тебя выпадают боевые. А когда стреляешь, у тебя выпадают пустые. И знаете, почему у него сейчас спадали? Спали вот эти наручники, потому что нам кейсы выдали. Опа, лупа у меня выпала. Ножик. У меня топовые вещи выпали. Вот эти 3 вещи очень топовые. Сейчас он зарядит. Так. Смотрим. Опа. Так, теперь я могу его привязать. Ребята. Там был боевой, да? Поэтому я могу сейчас отрезать. И в него шмальнуть. Тыдыщ. Так. Так. Он не может выбраться. Поэтому я стреляю. Кого же стрельнуть? Кого же стрельнуть? Давайте в себя. Блин. Это фатальная ошибка. Вот так и знал. Себя шмальнешь, мощно убьешь себя. Он патрон пропускает. Пьет. Ба,
его и пропустил. Ха-ха-ха. Чё? Э, курильщик ты, блин. Да чё, блин, такое это? Хитрюга какая. Три ножа при себе имеет. Он ножик взял. Ну, вообще круто. Ну, блин. А-ха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 . А, у меня же наручники. Точно. У меня наручники. Он опять сейчас отрежет. Ну, что и требовалось доказать. Прощай. Ха-ха-ха-ха-ха. Это был пустой. А значит, следующий полный. Сейчас, смотрите, я сейчас смогу в него шмыльнуть. Пока, думаю, это применять не буду, но шмальнуть хочется. Хе-хе-хе-хе. Но рано радоваться, потому что он сейчас сделал вот такие вещи. У него ножов много. У меня лупа есть, еще раз лупа. Да почему у меня ножи не выпали? Опа! Хотя если лупы выпали, лупы тоже хороши. Это пустой, поэтому в себя. Шмыляем. Тыщ. Хе-хе-хе. Используем лупу второй раз. Так. Берем и шмыляем в него. Бах. Хе-хе-хе-хе-хе. Но рано радоваться, у него нож. Точнее, два ножа у него. А он боевой пропустил. Курильщик закуривает. Закуриваем. Если еще после просмотра лупы порежет ствол, то понятно то, что у него там боевой. Да, у него боевой. Так, ну ладно. Эх! Блин! Надо восстановить свое здоровье. Только странная логика у игры. Все здоровье. Блин, эту игру, кстати, на паузу никак не поставишь. Так, бир. Так, если у меня еще пустой выпадет, мне повезло, наверное. Да, мне повезло, наверное. Наверное, мне повезло. Лупа. Сигара. Вот это, вот это. Так. Сейчас, подождите, он зарядит. Он зарядит. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Боевой. Ну, давайте в себя. Ой, блин, в него. И бам. Получилось. Шмальнул. Глупца. Два огурца. Ой, блин. Вот же наглый, а! Смотрите на него! Опа! Если он на себя нацелится, все нормально. Да, он на себя нацелится. Если нож не взял. Прикиньте, если бы там сейчас боевой был. Ой! Блин! Нет! Нет! Нет, плиз! Нет, пожалуйста! Нет! Ой, господи, ой, блин. Боже мой. Нет. Нет. Ух, блин, вот как мне сейчас повезло. Так, ребята, если что. Грохнул. Я его грохнул. Вот, еще чуть-чуть, у него дефибриллятора уже не будет. Вот так, мне это понадобится, это понадобится, это понадобится и это понадобится.
Вот сейчас решающий раунд. Наверное. Пока кто-то не сдохнет, раунд будет решающий. Давайте порежем. Дилера. Грохнул. Все. Минус его дефибрилляторы. Я же сказал. Смотрите. Он уже он сердит и в гневе. Он не может опять стрелять. Are you ready? Ты готов? Ну все. Минус его дефибрилляторы. И в него попытаюсь шмальнуть. Получилось. У меня получилось. Это мой финальный выстрел был. Так, не пугайтесь, не будет никакого скримера. Он просто нам вручит деньги. Или не деньги, я не... Подождите. Ну, вроде бы, если кейс, значит, там деньги. Да, там деньги. Ну все, ребята. Получилось. Мы его победили. Странная игра. Вот такой у нас конец. Мы с дробовиком и деньгами едем домой. Конгуратианзелис. Кэш составил $66, 150. Аж. Ну все, ребята. Вот такой конец. Пока всем.